Всем доброе утро. Я тут опять приготовила сырники, который день подряд, четвертый, третий, ой, тут уже ложка была, подсели мы на сырники. У меня так часто бывает, что-то одно начинаю готовить, и все, потом подсаживаемся. Так, черника, которую мы вчера в лесу собрали, я ее не мою, нет смысла. Ой, даяшки, будет вкусненько. Даяна у меня съедает, когда как? Когда один сырник, когда два. Так, иди в комнату, я тебе сюрприз готовлю. Иди в комнату. Посмотрела. Все равно. Ну ладно. Вот такой вот вкусный завтрак у нас сегодня будет. И тебе надо? Вот твоя порция. Все, садись быстренько, бегом. Бегом, 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 садись. Опять круг взяла. Ладно, будь здорова. Будь здорова. Будем садиться завтракать. И всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Какая сладкая чекуля ты. Ну вообще модница. Аккуратно только, да? Если будешь бить, я заберу сразу, без предупреждений, хорошо? Ну просто тяни вверх. Открыть его не может, у него тут нет пипочки. Надо просто вот так тянуть. Кстати, мягко открывается. На. Покажись, какая ты. Ну вообще класс. Он болит. Падает. Так, мы тут с самого утра собираемся. Пошли в комнату делать волосы. Поедем на площадку. Сейчас у нас так, 8:02. Мы уже, в принципе, готовы. Осталось Даяшке сделать волосы. И ждем, пока Милана дозавтракает. Модняшка, ой, модняшка. Криво очки одела. Фокус-покус. Ты фокус-покус показываешь? Да. Фокус-покус-покус-покус. Бац! Вау! Какой фокус! Ой, дети, дети. Даяна, не надо пинать. Вот вредная девчонка какая. Знаете, она спокойная, вроде как послушная, но иногда так вредничает. Вот вы иногда спрашиваете, бывают ли у Даяны истерики. Да, бывают. И мы тоже плачем. Естественно, я это на камеру не показываю. Но это, мне кажется, глупо показывать, как ребенок истерит. Это все-таки ребенок, он еще многого не понимает и реагирует по-разному. У Миланы таких, так сказать, реакций, вот прям истерик никогда не было. Но я не помню, по крайней мере. Она обижалась, плакала, но прям истерить нет. А это мне жару дает иногда. Разок в день, два раза в день иногда бывает. Да, ты крутая. И знаете, обычно эти истерики, это истерики из-за каких-то мелочей. Там, например, она не может застегнуть сандалии, которые застегнуть тяжело даже мне, взрослому человеку. Она все говорит, я сама хочу. Сидит, кричит, но говорит, я сама. Иногда может долго-долго кричать и потом подойти, мамочка, помоги, пожалуйста. Я ее всегда учу, никогда не тороплю, говорю, да я настарайся, не торопись, все получится. Хочешь, я тебе помогу, если тебе тяжело. Но вот учимся, пока учимся. Я прохожу такие моменты первый раз, так как, говорю, с Миланой такого никогда у нас не было. У нас все как-то шло гладко, спокойно, тихо, а это иногда дает жару. Но иногда тоже надо стряхнуть маму и себя. Эмоции это тоже очень важно. И эмоции у всех по-разному. Кто-то плачет, кто-то кричит, да? Кричит. Кто-то грустит, кто-то закрывается в себе. Башня. Кому как. Башню ты построила? А это не башня. Смотрите, она говорит, это башня, это дядя. Надо дядю построить. Хочешь, я тебе помогу? Не, я сама.
Ну вот о чем идет речь. Я сама, я понимаю, что вот именно это она не соберет сама. Тут такой мелкий конструктор. Но она хочет сама, пускай сама. Возможно, мы сейчас поплачем. Ой, ты не сама, маме поможет тебе? Ну давай, мы вместе справимся, да? Хорошо. Ладно, будем мы собирать человечка. Смотрите, вот такой вот человечек. Мы вместе с тобой собирали? Ты мне помогала. Даяшка мне давала по цветам. Я ей называла цвета. Она мне давала. Не надо ломать ножки. Все, мы будем собираться и едем на площадку. Едем на площадку вместе. Мы приехали уже на детскую площадку. И тут включили фонтаны. А мы не брали с собой сменную одежду. Поэтому, Даяна, только посмотреть, хорошо? Чуть-чуть ножкой потрогать. Чувствую, сейчас мы ножкой потрогаем. Мокрые будем до ниточки. Ой, какой-то хлоркой пахнет. Только-только включили. Мне кажется, да, она ледяная. Ну ладно, потрогай. Не надо брызгать, не надо. Холодная? Ой, все дети сейчас придут сюда. Да, потрогай ручкой. Ну что, пишите в комментариях, будем мы мокрые или сухие. Ну ладно, сейчас посередине включат. Довольно. Недолго мы пробыли сухие. Буквально, наверное, минут 10. Все, ты вся мокрая? Как ты домой поедешь, мадам? Теперь буду знать, надо сменную одежду брать с собой. Ай, ой, маленькую облила. Ну, малышка расплакалась. Ну, прыгай. У нас на улице плюс 30. Нереально жарко. Людей практически вообще нет. Все пусто. И я захотела арбуза холодного. Сейчас с девчонками будем полдникать. Дай мне кусочек. Очень вкусно. Очень-очень-очень сладко. Все, всем приятного аппетита. Вот я, Маша, растеряша. Хожу, ищу свои очки. Потеряла дома. Не знаю, куда положила. Их нет вообще нигде. Вот реально я переискала все, где только можно было посмотреть. Так, Даяна, где мои очки? Даяшка не могла их взять. Если бы она взяла, она бы сказала, что я положила туда и туда. Она всегда мне честно, правда говорит. Поэтому я не знаю. Куда ты пошла? Я не могу найти. И я не могу найти. И я не могу найти. Ой. Вот так бывает. Вы тоже часто что-то теряете, но... Спасибо. Пойдем маечку оденем. Даешь в шортиках без маечки. Поэтому показать ее не могу. Что ты хочешь? Я не хочу. Ну нигде, нет. Маечку возьму. Нашла. Вы не поверите. Посмотрите, вот они лежат. Я еще хотела со своим куриным зрением найти их с первого раза. Ну-ну. Ой, как классно. Сразу четко вижу. Мы, кстати, с Даяшкой тут нашли варианты, как можно играть с этими пупырками. И Simple Dimple, и с Pop-It. Так, надо как-то поставить так.
Подожди. Давай в другую сторону перетащим. Давай, и будем играть, угадывать, кто быстрее угадает цвет. Я. Давай. Но только в другую сторону переверни. Вот эти пупырочки сюда вытащи, и будем играть тогда с тобой. Покажем подписчикам, как мы играем с тобой, да? Давай, вытащи их так. Так, все. Давай, ставь сюда. Так, давай, я... Желтый. Где синий? Где синий? Ну, жми. Так, я фиолетовый. Где желтый? Вот, молодец, не торопись. Так, я жму оранжевый. Где красный? Молодец! Вот так и используем ее в игре. О боже. Вы представляете, я только что уснула. Не знаю, сколько я спала. Я проснулась в состоянии, как будто бы я с бодуна. Вот реально, как будто я сутки, наверное, пила. Хотя я не пью алкоголь. Ну, почти, можно сказать, не пью. Там крайне-крайне редко вообще с годами. Чем взрослее становлюсь, тем реже вообще употребляю алкоголь. О, а тут проснуться с таким самочувствием ужасным. Просто разбитая какая-то. Я сегодня уже днем поняла, что меня что-то тревожит. Я просто злая. Я оставила девчонок дома в обед. Ушла на часик погулять, просто гуляла, по городу ходила, думала, ничего не придумала, короче, зашла в магазин, купила только воду и сразу вышла, ничего больше не смотрела, что для меня вообще как-то странно, я обычно, знаете, похожу, посмотрю, погляжу на скидочки, я тут зашла, взяла воду и сразу вышла. А дело в чем? А дело в том, что... Что-то в последнее время происходит очень странное. У меня никогда в жизни так много чего не ломалось. Но да, я понимаю, что это как бы мелочи вроде бы, но для меня это не совсем мелочи, когда это все происходит в такой, знаете, короткий период. Примерно за год, если не меньше, у меня просто летит вся техника. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, почему так. Знаете, я к технике, да вообще к вещам отношусь очень бережно. Я, например, не буду менять технику, пока она работает, даже если там 3-4-5 лет. Она у меня будет работать до победного. Единственное, я меняю телефон каждые 2 года, полтора примерно. Ну, хочется, телефон изнашивается как-то быстро, и хочется что-то новое. Все остальное нет. Но, блин, за последний год у меня сломался мой блендер. 4 в одном он был, да, 4 в 1. Все сломалось, кроме чаши. Венчик сломался, сама палка блендера сломалась, все полностью сломалось. Чаша, блендер, короче, все сломалось, блин. Кофемолка сломалась. У меня сломался пылесос, но мы им еще кое-как пользуемся. Он сломан, просто он переклеен, короче, скотчем. Он очень сильно нагревается, когда им пылесосишь. Но сейчас, подожди, я сделаю потише музыку, а то... Не дай бог, меня забанят. Потом, что еще? У меня сгорел фен, поэтому я покупала новый. Это было в том году. Нет, это было в этом году зимой, после Нового года. Но я точно не помню, но где-то в течение года. У меня сейчас какие-то проблемы с компьютером. Я не знаю, что с ним происходит. Он тоже перестает работать, какие-то кнопки не работают. Он очень сильно тоже нагревается. Ну ладно, может быть, списываем это на жару, но до жары он еще плохо начал работать. И сама сенсорная мышка тоже не работает практически. Чтобы что-то сделать с ним, надо просто вынести себе весь мозг. Раньше Даяшка могла себе мультик включить, переключить. Сейчас все это приходится делать мне, и я так устала, меня это так выводит. Мама реклама, мама переключи, мама это, ужас какой-то.
И последней каплей стало то, что... А, у меня еще утюг течет. Я не понимаю, что такое. Там с него течет вода постоянно, когда я им пользуюсь. Без воды пользоваться можно, как бы. Но с водой гладится легче. Ладно. Самое последнее. У меня сгорела посудомойка. Я не знаю, сгорела или она просто изжила свое. Но факт в том, что она не работает, присутствует. Пипец, вот как так? Почему за год столько техники? У меня такое ощущение, что я что-то еще даже забыла. Жесть! Это просто меня сегодня так вывело, я не знаю, я начала все представлять, вспоминать. Я понимаю, что это все надо новое купить, как бы компьютер, пылесос, утюг, посудомойку, это все надо. Мне нужен этот, кофемолка мне нужна, мне нужно все. Ой, жесть. Знаете, и смешно, и плакать хочется. Это какой-то кошмар. Ужас. Все, понылось вам. Знаете, стало легче. Немножко, но стало легче. Постараюсь об этом не думать, но посуду мыть вручную и бегать переключать. И гладить, и пылесосить, и не приготовить ни пирог, ничего. Дыши, Каринка. Дыши. Еще это жара. На следующей неделе обещают до плюс 35. Кто-то скажет, да это не жарко, это нормально. В разных странах разный климат. У нас это жарко. Плюс 30, я не помню, когда последний раз был. На улицу невыносимо выйти, духота ужасная. На море вода холодная. Все, кто был на море, кто ездит туда уже последние, наверное, 3 дня, пишут, что там просто леденющая вода, которая сводит ноги. Поэтому мы туда не ездим. Буду ждать, когда все скажут, да, вода как парное молочко, и можно будет ехать. Все, а я пойду, не знаю, надо готовить доешку ко сну, уже через полчасика спать.